получили задачу по переброске грузов, техники, вещсостава с территории Российской Федерации на территорию Сирийской Арабской Республики, для чего была осуществлена перегонка самолета военно-транспортной авиации. Выполнением данной задачи осуществлена погрузка, заправка и готовы немедленно выполнить качественный срок поставленной задачи. Начальник Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации полковник Михайлик Игорь Викторович. Международному противоминному центру вновь поставлена задача по разминированию местности в районе Сирийской Арабской Республики. В кратчайшие сроки был сформирован передовой отряд, в состав которого вошли наиболее подготовленные военнослужащие, уже имеющие опыт разминирования, в том числе и на территории Сирийской Арабской Республики. Отряд оснащен всеми новейшими средствами инженерного вооружения, в том числе новейшими средствами поиска взрывоопасных предметов, включая механизированные и робототехнические средства. Средства защиты сапера позволяют военнослужащему работать на местности со взрывоопасными предметами, при этом обеспечивая требуемую безопасность. Отряд готов к выполнению задачи, выполнит ее качественно и в кратчайшие сроки.